Крупный пожар на улице Коммунальной. Из-за возгорания гаража там существовала угроза обрушения кровли. Это кадры очевидцев. Ангар вспыхнул днем. К месту ЧП немедленно приехали пожарные и приступили к ликвидации пламени. Но подобраться близко не могли. Была угроза обрушения кровли, и тогда сотрудники МЧС могли оказаться под завалами. На место прибыла бригада медиков. Пожар потушили через час. На месте работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются. Повезло, что крыша ангара не рухнула.